Привет тебе, мой космический друг, добро пожаловать на борт. Сегодня мы поиграем в Космотир, конечно же, вы узнали эту игру. Но вначале я бы хотел сказать, что если у вас есть ваш корабль и вы хотите им поделиться с общественностью, то есть не только со мной, а вообще с другими людьми, то в группе ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании, вы найдете соответствующую тему, куда сможете присылать свои корабли. Просьба только от меня лично для вас, чтобы корабли оформлять правильно. То есть название корабля, какая версия, на какой версии построен корабль. И, конечно же, если есть мод, то обязательно указывайте, с каким модом было построено. Для чего это сделано? В принципе, раньше эта тема была для того, чтобы я брал оттуда корабли и снимал выпуски по боев кораблей-подписчиков. Сейчас же пока что я не думаю, что нужна такая рубрика на моем канале. Но, возможно, если наберется достойное количество кораблей, и они будут очень интересные, то можно будет провести стрим, на котором мы будем обсуждать, ну и, собственно, наблюдать за этими красивыми масштабными боями. Надеюсь на понимание, а мы продолжаем. Что мы здесь видим? Да, видим, мы уже начинаем видеть одно и то же. 19 тысяч с корабля мы получим, и он не такой большой, как хотелось бы. По поводу пушек мне написали. Но сначала давайте же такое праздничное, торжественное открытие сделаем. Открытие шлюзов этих людей, которые были заперты на протяжении двух серий. Откроем же им двери, чтобы они наконец-таки вышли оттуда. И они такие сейчас... Работать! Пошел бой уже. Давайте мы немножечко замедлим скорость. Так, и... Так, ну, оп. Не понял. А, вот, все. Мы, конечно же, начинаем сразу уничтожать. Вот как-нибудь так, наверное, и пробьем. Щиты пошли на перезарядку. Он сразу у нас начинает стрелять, конечно же. Ох, тут подрыв ракет произошел. Подрыв еще чего-то произошел. Блин. А-а-а! Черт! Есть, включился щит. Отлично, отлично. И по поводу пушек сейчас, ребят, скажу. Это очень интересный момент по поводу пушек. Можно ускорять, тут уже все, конец. Короче, по поводу пушек, которые за 6000. Кто-то писал, что они не стреляют. Ну, вот эти вот, которые вот эти вот. То есть мы поставили сейчас в данный момент пушки за 14 тысяч, и они стреляют. Но за 6 тысяч тоже стреляют, и мы сейчас это... Я сейчас это продемонстрирую. Благодаря, конечно же, вам, я это понял. В чем фишка? В том, что за 6 тысяч она стреляет... Точнее, она не может стрелять по щитам. Она, то есть, стреляет только по обшивке. Когда есть щит, она просто не стреляет. Дальность у нее намного дальше, чем... у этой пушки, но это может считать стрелять по щитам, как бы, но дальность стрельбы маленькая. В этом-то и фишка. Так, давайте запускаем ее. Начинает работать, все, заработало. Так что теперь, по крайней мере, я понял, благодаря, опять же, вам, такие моменты. Продолжаем дальше. Сегодня я еще хочу попробовать, может быть, слетать. Хотя у меня уже 69 тысяч. Мы можем что-нибудь надстроить на наш корабль. А сейчас мы это и посмотрим. Возможно, мы это и сделаем. Кто знает, кто знает. Конечно же, кто-то говорит, надо переделать корабль сейчас. Я не спорю, ребят. Ёпарасоты. А ты что здесь делаешь? Такая громадина. Блин. Серьезно, 198 тысяч за него дадут за убийство этого корабля. Господи. Давайте попытаемся уйти вот так вот как-нибудь. О, ракеты пошли. Все, понятно. Все. Ну. Жесть. Окей. Я типа думал, что вторые сектора, они такие уже легкие, знаете, такой... Блин, я что-то не то загрузил, да. Очень сильно расслабился. То есть, ну, такой весь, вы поняли. А оказывается, не все так просто, как казалось.
Окей, окей. Сюрприз такой игра опять мне доставила. Блин. Постоянно эти сюрпризы. Давайте ускоряемся. Кстати, смотрите, в чем фишка. Я вот сейчас вот подумал. Давайте мы это сделаем. Одну вещь. Мы не можем поставить вот эти вот щиты, потому что они будут использовать тогда. Им нужна другая энергия. Им нужна вот эта вот энергия. Да-да-да, ребят. Но в принципе, в теории, мы можем вот здесь вот два реактора вот так вот поставить. И тогда сюда влезут два щита. Более мощные. Но тогда у меня не будет реакторов обычных для питания всего остального. Да. Да-да-да. Но, смотрите, мы можем взять вот... Вот так вот. Вот прям вот так вот. Скопировать. Нет, сейчас. Давайте вот так вот. Оп. И получается вот так вот сместить, что ли? Но тогда пушки. Так, сейчас, погодите. Сейчас, отмена. Еще разочек давайте. Вот так вот давайте зацепим. Пушки оставляем. Вот так вот. И получается, что я хочу сместить вот так вот, к примеру, да? Нет, опять я почему-то... Стоп. Да, вот, теперь без пушек, все. А, разобрался. Так, ну давайте, допустим, мы вот так вот сместим. Вот так вот. Окей. Теперь... Это, за это мне сейчас нужно 45 тысяч заплатить. Посмотрим сейчас. Мы вот так вот убираем здесь. Ставим так. И ставим два щита. Вот эти вот сюда. 51 тысячу надо заплатить за это. Так, плюс мне еще нужно вот здесь вот подредактировать. Вот так, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Подредактировать. Так, потом что нам еще нужно сделать? Что нам еще можно и нужно сделать, я бы даже сказал. Пушки вот эти вот переместить. Наверное, да? Скорее всего. Так, сейчас погодите, дайте подумать. Ну вот это вот убрать. Так, вот здесь вот тоже убрать. Так, вот здесь вот смещение получилось неправильным. Господи, вот сейчас я понимаю, что я начинаю нагромождать. Давайте вот так вот уберем. Эти ракеты переставим чуть-чуть вперед. Где они у нас были-то? Вот они. Поставим их сюда, может быть. А нет, тогда у меня здесь не будет хватать. Да. Давайте тогда вот так. Вот так вот. Вот так вот. Окей. Здесь мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы поставим, ну не знаю, к примеру. Ух ты, все, понял, как поставить можно. Вот здесь вот так вот. Бам! Бам, у нас же есть свободное место. И вот здесь вот появилось тоже свободное место. Мы тоже можем поставить экипаж. То есть увеличить экипаж. Энергии, говорит, мало у меня не хватает. Но на самом деле я немножечко, чуть-чуть не понимаю, на самом деле, куда мне энергия нужна. Ну, смотрите. Здесь вот в этих секторах ничего не изменилось. Здесь питал вот этот реактор, да? Здесь вот единственное, кстати, надо вот так вот убрать. Вот. И вот так вот. Симметрию включим. Здесь вот прибавилось вот эти реакторы. Здесь не уменьшалось количество реакторов, так что не знаю, почему каприз идет такой. Так. Щиты были подрублены. Единственное, опять же, вот эти щиты, они теперь бесполезны становятся, видите? То есть мне либо их перемещать нужно. Вот так вот. Да? Ну да, почему нет? Вот так и вот так вот. Здесь мы пока что вот так оставим. Окей. К примеру,
мы вкладываемся в защиту происходит, но как раз таки вот эти щиты защищают, ну, вот этот бок, типа, самое то. Здесь, кстати, можно противоракетные пушки еще поставить. Кстати... А, нет, они же в щитах, да, я такой думаю, а где они? Да, к примеру, вот так вот. Просто стандартно. Или боковые двигатели, которые нам будут помогать поворачивать, к примеру. Тоже как вариант. Ну, хотя вот сюда вот можно один воткнуть большой. Опять же, у нас не хватает энергии. И я, опять же, не понимаю, куда конкретно не хватает энергии. То есть, вот, допустим, как разобраться? А, все, понял. Смотрите, вот эти генераторы питаются от этих реакторов. То есть эти реакторы питаются от этих реакторов и... Все понятно. Угу. Теперь, в принципе, в теории понятно, куда нам нужно больше людей. То есть, ой, больше энергии. Тупо для питания вот этих вот реакторов. Как-то так получается, похоже, да. Похоже на то. Похоже на то, да. Так, ну сейчас что-нибудь придумаем, ребят. Давайте вот здесь вот так вот, может быть, еще сделаем вот так вот. Чтобы как-то быстрее перебегать. Так, здесь пока что так оставим. Угу. Окей, вроде бы ничего не закрыл, но... Вы мне, конечно же, поможете, если я что-нибудь неправильно сделаю. Так, окей. Давайте все-таки... Ну вот, окей, тоже здесь пройдем. Да, везде, наверное, двери сделаем. Они... Их... Чем больше, тем лучше, в любом случае. Так, окей. Я просто думаю, может быть, здесь реакторы тоже где-нибудь поставить. Единственное, вот эти вот пушки, они сейчас совершенно безумно не нужны стали вот здесь вот. То есть их либо вперед... Что, в принципе, наверное, и нужно сделать. То есть передвинуть вперед. Либо вообще убирать, на мой взгляд. Вот так бы их поставить, да? А здесь просто туннельчик сделать. Но тогда и сюда будет проход. Да, поэтому мы вот здесь вот уберем. Но... Да ладно, пускай бегают, чё. Пока что ладно. Как-то вот так вот. Неплохо, неплохо. Единственное, что вот сюда вот они даже еще не... Ага, вот я увидел закрытие. Закрытие шлюзов произошло. Все. Интересно, кто-нибудь уже написал, что я здесь закрыл, но не досмотрел до этого момента. А то многие очень люди начинают писать, не досматривая до конца видео о своих, ну, о моих ошибках. И... Допустим, в конце я замечаю эту ошибку, и они такие, типа, ну, вы понимаете, в общем, что получается, что их комментарий как бы то, что бесполезен, он дает мне понять, что люди не досматривают до конца. Такая, знаете, очень долго перестраивал корабль, но ничего. Да все потому, что денег не очень много-то, так-то вообще-то. Да, можно было бы каждую серию перестраивать космический... Так, я записался. Космический корабль... Оп, здесь малыш, отлично, отлично. Да, я очень рад малышу, вы не представляете как. Почему? Да понятно почему. Потому что, господи, вы видели там что? Вы видели там, какая бандура против меня вылезла? Малыш, второго уровня сектор. Это же, где такое видно? Стоп. Мы, конечно же, попали всеми. И вот смотрите, вот здесь вот у нас пушка, да? Вот здесь вот эта пушка, по-моему, она как раз-таки бьет не по щитам, если я все правильно помню. И вот вроде... А, нет, щит зарядился. Нифига он... Она до сих пор не бьет. Я не знаю, реально какая-то странная, очень странная пушка. Очень странная пушка, серьезно. Реально очень странно. Я вот пытаюсь заметить. Ну ладно, не стреляет, так и не стреляет.
щиты вообще великолепно справляются. На мой взгляд, по-моему, прям очень хорошо справляются. Единственное, что они не синие вот сейчас, а какой-то, знаете, фиолетового цвета, да? Это вот их такой самый главный рабочий цвет. То есть это именно вот они сейчас работают на максимуме. То есть вот эти щиты, понятно, что это синий цвет, они работают на максимуме. А у них, значит, вот такой какой-то такой сиренево. Ну, не сиренево даже. В общем, вы поняли. Какой-то такой странный, в общем, цвет. Так, ладно. Просто я думаю, может быть, здесь еще как-нибудь экипаж увеличить. Может, не хватает. Кто знает. Ну, ладно. В принципе, справились. Вот с этой пушкой, конечно, прям какие-то проблемы. Может быть, здесь вообще что-нибудь другое поставить. Типа вот, вот эту, допустим, пушку поставить. Чисто на проба. А давайте раз... А почему нет? А почему нет? Вот так вот. Вот так вот бабахаем. И вот эту пушку бабахаем. Бум! Сейчас посмотрим, кстати, что для этого нужно. Да, здесь нужна... Все отлично. Здесь такие же патроны, а здесь всего лишь энергия нужна. Все великолепно. Шикарно. Я с энергией понимаю, что у нас с энергией проблемы, потому что вот далеко бегает, конечно, заряжая. Но, с другой стороны, самое главное, чтобы к щитам был доступ достойный. А все остальное это такое второстепенное. Многоствольное. Делаю многоствольный корабль с разнообразными пушками. Многоствольный корабль. Так и назову видео. Так, ну вот это вот самый противный корабль, кстати, который разделяется на два. Так, давайте мы близко не будем подходить. Ну вот на такую дальность. Вот на такую дальность давайте подойдем. Там посмотрим. Но в принципе с новыми щитами, я думаю, я должен все-таки выдержать. Смотрите. Они прям... Жесть как! Не вижу, чтобы вот эти орудия стреляли каким-либо образом. Там вообще не сидит народ. Я что-то не понимаю, опять же. Там реально не сидит... Люди не сидят. Вот только сейчас они туда пришли. Очень странно, они... Ребят, напишите по поводу этого. Если знаете, конечно. В чем фишка? В натуре у них не сидят, они типа автоматические, что ли, или чего? Railgun вообще написано, что это типа как будто Railgun. Так, ну, там вот этот вот корабль, конечно, ну, типа очень странная штуковина в том плане, что как его уничтожать-то, как с ним бороться? Я, честно говоря, не представляю, потому что, блин, ну... Ну ладно, окей. А то я сейчас буду рассуждать долго. Давайте слетаем ради интереса, ради пробы на третьего уровня сектора. Я думаю, если я на втором встретил такого монстра, как вон там он точка сейчас летает, то в третьем сейчас секторе я даже... Мне страшно представить. Так, куда-нибудь давайте вот сюда вот, к одиночному кораблю. Наверное, надо записаться здесь, чтобы все было по красоте. А то если я запишусь где-то в другом месте, я думаю, я буду здесь сейчас очень часто умирать. Блин, ну он шустрый, значит он маленький. Да, я прям правильно понял. Так, и здесь как-то очень странно все. Смотрите, я не вижу ни ракетных, я вижу только вот эти вот пушки. Да, которые у меня тоже стоят. Да, вот они у меня же стоят, да, вот эти вот. Да. То есть и он весь на них, короче. Как-то весь на них. А, вот торпеды. Ну ладно, у меня есть противоторпедная система. Посмотрим. Торпеды пошли.
два, три. Бам, бам, бам. Все, в щиты ударилось, хорошо. Сразу один щит у меня уничтожен. У меня уничтожается второй щит. Бьется все в лобовую броню. Щит успевает включаться. Он стреляет пушками, которые противо как раз таки щитовые. Они против щитов как раз таки идеально подходят, блин. Ай, вот, начали стрелять эти две пушки, отлично. Все, все, наверное, первый бой был какой-нибудь, не знаю, пробный у них. Что-то они повреждены немножко. Ай! Вы поняли, в чем прикол? Он вот этими торпедами, которыми стреляет, он мне попадает по щиту и через щит наносит урон. Блин! Вот зараза, давайте мы немножечко вот так вот сейчас сместимся. Надеюсь, вы понимаете, зачем я это сделал. Чтобы вот так вот принимать на передний щит удары. Вы поняли, да? То есть, ну, вы поняли, что я сделал, да? Тактические маневры. Так, давайте вот сюда вот попытаемся вот так вот развернуть и... Перезаряжайся, щит! Пожалуйста! Людей не хватает. Реально такое ощущение. Ах! Такое ощущение, что не хватает людей. Ну все. Ааа, у меня прям слишком далеко ракет. А, знаете, кстати, наверное, почему надо было что сделать? Надо было ближе подлететь. Тогда бы я. Да, я принимал бы на противоракетные системы. Его ракеты. Да, блин. Лошара. Еще ближе. Еще ближе. Еще ближе. Смещение в бок. Да, противоракетный. Ах ты ж, блин, надо было сразу так. Надо было сразу так делать. Блин, смотрите, ну, в натуре. Ай. Ну, я лоханулся, конечно. Давай реактор подрывай уже. Кусок еще оторвали мне какой-то там. По щитам бьет гад. А, у меня щитов вообще нету. Есть подрыв, подрыв. Так, стоп, ну это огромные потери. Это огромные потери. Это вообще невыгодно совершенно. Но ну что ж поделать. Тут вот так вот нужно учитывать все какие-то конструктивные ошибки. Так, ну во-первых, мы идем сразу на сближение. То есть на сближение максимальное. Давайте вот так вот прямо сейчас. Так, он пошел по нам, конечно же, стрелять. Противоракетные пушки срабатывают все. Ни одна торпеда вражеская не попала по мне. Шикардосно. И сразу смещение. Пошли, пошли, пошли. Смещение сразу же. Так, мы бьем сначала вот так вот. Вот так вот. И пошло. Давай. Уничтожаем его. Все пушки у него. Он, конечно, мне тоже на самом деле очень серьезно наносит урон. Пробивая все мои щиты. Опять же, ни одна ракета не долетела. Шикарно. Просто шикарно, ребят. Бам! Ракеты тоже попадают. Шикарно. Именно сначала убью все его пушки, эти противощитовые вот эти вот. Смотрите, практически без потерь прохожу. Е-бой. Кстати, да, если бы в этой игре была сложность, в которой нельзя записываться, это было просто бы не... Вот это была бы сложность. Это реально было бы очень сложно. В том плане, что тогда бы просто, ну, как сказать, очень сложно было бы справляться, да, вот с этими новыми врагами. И если вы играете особенно первый раз, то это было бы просто невероятно. Смотрите, куда-то он там наяривает непонятно куда. А, он, скорее всего, то, что мы смещаемся, поэтому стреляет сюда. Ну, получается у него так.
Сейчас мы рубку уже пробиваем, ребят. Я буду вот так вот шмалять, прям до торпедного доходить. Ну, в принципе, мы уже победили. В принципе, мы уже победили и, конечно же, практически его уже уничтожили. Да, мы уже торпеды все обезвредили, последнюю боевую рубку. Все. 31 тысяча. Бум! Отлично. Просто отлично. Хорошо. Тактика. Тактика решает, ребят. Просто вообще сейчас я собой доволен. Я все прекрасно понимаю, что сейчас кто-нибудь напишет, что типа я там убивал. Ну или что-нибудь такое. Но, господи, как же это круто, когда ты тащишь кого-то тактикой. Я хочу еще кого-нибудь убить. Мне прям вдохновение пришло после этого боя. Но там, конечно, два корабля летает, и я прям туда боюсь подходить. Притом это третьего уровня. Космос, не забывайте об этом. Так вот, боюсь. Так, ну, в принципе, ух ты ж. Ух ты ж, тут смотрите, какая пушка. Так, противоракетные есть системы. Что еще у нас? Он просто мощный, у него видно брони очень много. Блин, прикольно сделан. Даже вот эта часть закрыта броней. Так, конечно же, мы прям вот так вот, наверное, да? Будем... Хотя, знаете, что? Мы вот... Нет. Как бы отменить-то вот этот вот... Так, а, ну мы можем вот так вот. Вот так вот. И пошла. Так, давайте на сближение. Почему нет? Опа, у него есть ракеты. Это вот от... А, вот это и есть ракеты. Господи! Так, смещение... Не смещение не получу. Сейчас я сейчас все приму на... О-о-о-о, а чё, как много ракет-то у него летит? Я все принимаю на щиты. Щиты передние выдерживают, лобовые, хорошо. Так, я у него уже уничтожаю одну ракетную пушку. Это пушка получается ракетная, да, как бы? Ну или... Установка ракетная с... Как бы это выразиться правильно? С... Управляем, ну, как бы наводящимся стволом, что ли? Как-то так, наверное. Даже не знаю, как правильно. Давайте вот так вот, да? И давайте смещение небольшое сделаем сразу. Вот у нее тоже эти орудия не стреляют почему-то. Что-то с ними странно. У них есть какой-то нюанс, в общем. Стоп! Это ракеты были из другого места! Вот, наверное... Нет, это... Что-то вот... Не понял. А, вот они ракеты. Все, понял. Вот они ракеты. Так что мы давайте-ка... Сфокусируемся просто в лобешник. Смотрите. Мы... Он-то идет на сближение. Бам! Вот, начинает, видите? У них реально, они не стреляют прямо, они стреляют под каким-то углом, эти пушки. Они стреляют только под каким-то углом. У них вот есть такой вот косяк у этих пушек. Видели, только что он стрелял, но под каким-то углом. Есть, сбила противоракетная моя система. Ракеты сбила. Есть, отлично, хорошо работает. Вот, видите, вот стреляет. То есть под каким-то углом именно. Она не стреляет прямо, она стреляет как бы сбоку, что ли. Эти, короче, пушки, они вот хорошо похожи для как раз-таки... Так, ты очень... Нет, ты косячишь. Ты косячишь. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Ты очень косячишь. Зачем такой крен ты выдаешь? Это странный, конечно, бой в данный момент, потому что и мой корабль тоже творит какую-то хрень, и вражеский корабль творит какую-то хрень. Просто давайте добиваем, вот и все. Доело. Так. Хотя давайте вот так вот, короче. Мы сейчас вот эту руку уничтожим, и все. Тысячи. Бум! Хорошо! Хорошо! Мне нравится. То есть мы спокойно уже и третьего уровня сектора можем чистить. Некоторые корабли
Потому что, если уж честно говорить, то я и второго сектора-то не могу... Вот это что-то большое. Нет, все разогналось. Да, это что-то большое. А, мы уже с этим встречались. Мы уже с этим встречались, и мы уже знаем, как работать с этим. Это немного другой корабль. Это немного другой корабль. Да, это немного другой корабль. И у него два, три! И еще лазерные пушки! Воу! Это похоже на предыдущий корабль, но... До этого, но я не записался. Я, по-моему, не записался. Ладно. Как бы то ни было. Идем на таран. Последний бой. Проиграл или выиграл? Смещение, блин, сразу нужно смещение. Нет. Господи, боже. Они... Да, одна ракета попала, но они... Получается, две ракеты только пропустили. Противоракетная защита моя пропустила только две ракеты, мать. Есть! Да, у меня сразу пробиты, кстати. Блин, нет. Не в то стреляют. У меня сразу пробито... пробиты щиты, но это понятно. Почему? Потому что у него вот эти вот... О, бог, почему пробит бог? Есть! Ай, двигатель один подорван. Работайте, пожалуйста, пожалуйста. Держусь из последних сил, ребят. Очень больно, очень больно. Корабль терпит крушение, мы горим! Нет! Возгорание реакторов! Нет огнетушителей! Кто проектировал сраный корабль? Даже огнетушителей ни одного нет! Господи, помоги нам, Всевышний космос! Бегите, спасайтесь! Сейчас произойдет детонация! Перенаправляем орудие! Огонь, огонь, огонь! Без остановки огонь! Мы должны... Орудийная рубка горит! Завод по производству патрон тоже горит. Еще один реактор загорелся. Возгорание в главном реакторе. Черт, подрыв! Это было круто. Сложно, но можно этот корабль взять. У меня, конечно, не хватает не мощности. То есть даже вот здесь вот, если посмотреть, вот этот корабль сделан, да, то есть он, видите, он, ну, броней практически весь облеплен, да, то есть не просто так, не просто так. Значит, в этом моде именно как бы главенствует броня. Ух, мощно, мощно. Мы продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, будет... Фу, я записался, круто. Надеюсь, вам интересно смотреть и продолжать смотреть эти выпуски, потому что, по-моему, ну, на мой взгляд, получается очень неплохо, интересно, и каждый бой получается именно красочным, интересным, каким-то своеобразным в том плане, что именно новые корабли, да, то есть мы таких не видели, это не ванильные корабли, и из-за этого как бы бои получаются такие более, ну, более как бы, ну, новые, что ли. Упс. Я просто встретился с флотом. Я просто встретился с флотом. И думаю, на этом... А, нет, я еще держусь, но нет. Все. Я что-то уничтожил? Что, серьезно? Меня прям не отпускает игра, но... Я держусь. Серьезно, я держусь. А, я держусь, потому что... Что? Серьезно? Я держусь только из-за того, что его эми-пушки не достают до моих. И только по этой причине. Но я ее не могу пробить. Ну ладно, все понятно. Всем всего, удачи и пока.